Всем привет, ребята! С вами снова я, Даунти Синус. Сегодня я скачал китайский Майнкрафт. И мало того, что он китайский, он самое главное еще для разработчиков, то есть китайская версия Майнкрафта для разработчиков. И если вы думаете, то, что я шучу, то, во-первых, тут сверху написано, что Windows Desktop Build, да, а во-вторых, если я зайду в настройки, и тут есть у нас откладка. И вот тут много каких функций, как можете заметить. То есть я тут могу включить много чего и так дальше. Я думаю, вы все можете это прочитать. Вот. Могу сделать, чтобы достижения были всегда включены. А вот. И, ну, в принципе, тут много чего, опять же. Даже создать Realm без покупки. Но, правда, тут нужно войти в Xbox. А чтобы войти в Xbox, нужно... Да, тут, короче, нельзя войти в Xbox, но то ничего. Тут можно выдать, короче, себе 500 монет. Можете заметить, то есть я нажимаю «Добавить 500 монет». Выхожу и захожу в рынок. А, и у нас, в принципе, ничего не добавляется, так как, опять же, я не вошел в Xbox Live. А я не могу войти, так как, ну, тут нету никаких иконок, чтобы войти в Xbox Live. В принципе, логично, но я знаю, что другие какие-то версии можно там войти, поэтому это довольно-таки читерно. А вот, и опять же, это все пользовались реально разработчики. Это никакой не мод, это не ресурс пак, то есть я могу вам заметить, то есть тут вот хранилище, только один мир. А тут что еще? Ну, короче, вот такие вот функции китайские и так дальше. То есть это все, то есть не враню и так дальше, это все реально. Вот, а, так что, если что, тут также есть вот такие вот настройки, я в этом не разбираюсь, поэтому, в принципе, ладно. А, так, давайте выйдем. И самое главное то, что текст как бы Майнкрафта на китайском. Ну, давайте все же нажмем на кнопочку играть, создать новый, создать игровой мир. И тут даже нельзя, ну, то есть установить никаких ресурс паков и так дальше. То есть все тут вот так вот. Давайте назовем мир как-то вот так вот. Давайте возьмем творческий. И, в принципе, показать координаты, экспериментальный игровой процесс, ну, все как обычно. И в самом конце у нас есть база Game Version. А не знаю, что это значит, но я ниже пролистать не могу. А создать в Realms не могу. И нажимаем просто на кнопочку «Создать». И, в принципе, у нас идет загрузка. Вот такая вот загрузка. Также внизу, то есть, тут у нас есть вот такие вот какие-то сайты, и мы спамимся. Здесь у нас тоже что-то пишется на китайском. Вот, FPS 200 FPS, хотя, в принципе, я бы был бы не против, если уменьшили немного на 60, поэтому давайте я сейчас зайду в настройки. Получается, видео, и тут у нас есть менюшечка максимальная частота кадра. Давайте уменьшим на 60, на всякий случай. Вот, пускай так будет. Мне так будет проще. А, теперь у нас 30 FPS. Если что-то, я FPS вижу сверху. Почему, когда я поставил 60 FPS, тут 30, ладно. Немножечко меняем это все. Я хочу, чтобы было, ну, то есть, все хорошо, поэтому давайте поставим 100 FPS. Что сейчас будет? А, вот, 60, теперь уже 60 FPS, хорошо. Это то, что мне нужно. Чтобы, ну, типа, было нормально. То есть, у нас вот такие вот каньоны. Это все, если что, версия 1.13. И я так понимаю, что тут все будет 1.13. Но тут есть один, возможно, это баг, возможно, нет. Что можно, короче, сделать версию для телефонов на Windows 10 Edition. А вот. А также тут у нас как бы есть вот такие вот, какая-то иконка новая, я не знаю, я ее первый раз вижу, тут какие-то настройки. Ну, все на китайском, поэтому я ничего тут не могу прочитать. Давайте мы как бы, собственно, посмотрим. Вот, кстати, у меня вот такая вот менюшка открылась, как вы можете заметить. Так, ну, получается, тут у нас видно, сколько FPS и так дальше. Давайте вот сейчас бы, чтобы было хорошо, вот так вот покажу вам. Это все вот так вот выглядит. Короче, вот такой вот клиент, версия для разработчиков. Вот, довольно-таки круто. Так что, ребятки, ставьте лайк, подписывайтесь. Также вы это видео смотрите в 2022 году, так что всех с Новым годом. Или же что-то типа такого. Возможно, вы смотрите это летом 2022, а возможно, уже у вас 23-й год, но я, в принципе, этого не знаю. Так что, в принципе, те, кто смотрит его выход как раз-таки 1 января, то, конечно же, с Новым годом. Ну, в принципе, все. Также, ребятки, опять же, ставьте лайк, если вы хотите больше видео по поводу вот таких вот клиентов. Возможно, я найду что-то новое, чего нету в обычном клиенте и так дальше. В общем-то, ребятки, да. Ну, а на этом все. Вот, опять же, всех с Новым годом. С вами был я, меня зовут Даун 1000. А также не забываем про мой розыгрыш.
Ссылочка будет в описании. Ну, в общем-то, все. Всем пока.